Добрый день, друзья! С вами программа English 911 и я, Екатерина. Мы встречаемся с вами с тем, чтобы разобраться в особенностях английской грамматики и употребления сложных английских слов. Я получила очень много писем от вас. И сегодня я выбрала три письма и три примера, которые мы с вами разберем. Ну что, давайте начнем. Итак, первое письмо я получила от Сергея. Сергей спрашивает, как правильно говорить «последнее время»? On time или же правильно говорить «lately»? Сейчас мы с вами рассмотрим примеры и разберемся. Очень часто, когда студентам нужно сказать «последнее время», они слово «последнее» переводят как «last», а слово «время» переводят как «time». И у нас получается «last time». Но в английском языке «last time» мы переведем как «последний раз», «в прошлый раз». Мы можем с вами нарисовать календарь, к примеру. 20 число, 21, 22, 23 и так далее. Я могу задать вопрос. When did you see Оксана the last time? The last time I saw her on the 20th. И мы обведем 20 число. Последний раз. Если же мы хотим сказать «последнее время», мы будем говорить «lately». «Lately». Мы можем нарисовать тот же самый календарь. Но в данном случае мы говорим не об одной дате, а мы говорим о каком-то периоде времени. Подчеркнем всю неделю. «Lately» – «последнее время». К примеру, «I haven't seen Оксана lately». В последнее время я не видела Оксану. She has been very busy. Она была очень занята. Итак, last time мы говорим об одном каком-то дне или случае. Прошлый раз, последний раз. Lately мы используем, когда мы говорим о каком-то периоде времени. И как раз слово lately мы и будем переводить в последнее время. Ну что, я думаю, мы разобрались. И в следующий раз, когда нам нужно будет сказать последнее время, мы скажем lately, да, но не last time. Ну что, перейдем к нашему следующему вопросу. Следующий вопрос я получила от Евгении. Евгении сложно разобраться, когда правильно употреблять глагол rise, а когда правильно употреблять глагол raise, ведь оба глагола переводятся как поднимать, подниматься. Давайте рассмотрим примеры. Rise мы переводим как поднимать, либо же подниматься, когда что-то или кто-то поднимается без чьей-либо помощи. Идеальным примером будет у нас следующий пример. Мы нарисуем горизонт, мы нарисуем солнце, которое встает на востоке. Солнце поднимается само, без чьей-либо помощи. The sun rises in the east. Raise мы тоже можем перевести как поднимать или подниматься. Но raise мы используем тогда, когда нам нужно приложить усилия, чтобы что-то поднять. Идеальным примером может быть рука. Сейчас мы нарисуем с вами руку, и я объясню, почему я так думаю. Да, у нас получилось 4 пальца. Добавим мизинец. К примеру, when I ask my student, когда я спрашиваю моего студента, he raises his hand. Рука сама не может подняться. Студенту нужно приложить усилия, чтобы поднять руку. Еще раз повторим. Rise. The sun rises in the east. Солнце само поднимается. Raise. I raise my hand. Я поднимаю свою руку. Ну что, я думаю, мы разобрались. Перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос мне задал Сергей. Сергей спрашивает, когда правильно говорить on time, а когда правильно говорить in time? Ведь оба выражения мы переведем как вовремя. Но есть один нюанс. Сейчас мы с вами рассмотрим примеры, и сразу станет все понятно. Начнем с on time. Итак,
on time мы переводим вовремя. On time мы используем тогда, когда говорим о расписании, о графике. Мы можем с вами нарисовать часы и, к примеру, 9 часов утра. I am a very good teacher. I always come on time. Я хорошая учительница. Я всегда прихожу вовремя. Мой рабочий день начинается в 9, и я прихожу ровно в 9, согласно расписанию. I come on time. Тогда как же перевести in time? Давайте посмотрим. In time мы тоже переводим как вовремя, но давайте представим свечу. Да? Свеча, пламя свечи. Свеча горит, но вдруг она опрокидывается и начинается пожар. Но, о чудо, пожарные приезжают как раз вовремя, чтобы потушить пожар. The fire starts, but the firefighters arrive just in time to put out the fire. Пожарные не приезжают по расписанию или согласно какому-то графику. Они приезжают в нужное время, чтобы потушить пожар. Давайте еще раз повторим. On time – вовремя, согласно расписанию. Поезда у нас приезжают также вовремя, самолеты прилетают. Trains arrive on time. In time мы переведем как в нужный момент. The firefighters arrive just in time to put out the fire. Пожарные приезжают как раз вовремя, чтобы потушить пожар. Ну что, надеюсь, мы разобрались. Спасибо вам, друзья, за ваши письма, за ваши вопросы. Пишите, я обязательно помогу вам разобраться. С вами была программа English 911 и я, Екатерина. Bye-bye! Thank you.